Доброе утро, друзья! Сегодня готовим картофельные оладушки из готового магазинного теста. Получаются они очень вкусные, нежные, ароматные, с хрустящей румяной корочкой. Такое картофельное тесто в супермаркетах стоит буквально копейки. В социальных магазинах его можно взять бесплатно. Для приготовления оладушек нам понадобится одна упаковка такого теста, 750 грамм, и ложки 2-3 муки. Жарить будем на сковороде на растительном масле. Разрезаем тесто на кусочки и формируем вот такие небольшие котлетки. Картофельное тесто очень пластичное, не рассыпается. Очень удобно формировать котлетки. Дальше вот так слегка обваливаю в муке и буду жарить на растительном масле. На сковороду налить растительное масло 2-3 столовые ложки и обжариваем котлетки на среднем огне с одной стороны до румяного цвета. Переворачиваем и жарим под крышечкой на огне ближе к слабому до румяного цвета еще минут 10. Вот такие очень вкусные, ароматные, нежные котлетки-оладушки из картофельного теста получились. Приятного всем аппетита!